И всем привет, дорогие друзья и зрители моего канала, с вами снова Лемикс, и добро пожаловать на вторую серию нашего замечательного прохождения по такой замечательной игре, как Space Engineers. И вне серии я тут поездил на своей машинке, немножко тоже полетал, поискал ресурсов, и, собственно, я нашел кремний, никель, и где-то вот там был магний. Так вот, еще один вопрос у с ним по поводу различных вот этих баз, которые мы видели, The Fueling Station, в прошлом эпизоде, который мы нашли. Их появляется что-то очень много. Вроде бы вот это Headquarters, это именно игровая, которая предусмотрена самой игрой, а вот это Fueling Station, это уже моды. И вне серии я поиграл. Точнее, это как бы было в серии, но я это не покажу, потому что мы не будем этим пользоваться. Я захватил одну из баз, и, ну, там, конечно, сопротивление мне было оказано, но и там слишком много разных полезных плюшек. Поэтому я решил, что мы во время нашего прохождения пользоваться ими не будем, потому что это, ну, не очень честно, когда ты буквально там подъехал, полчасика там помахал пистолетиком, и все, у тебя уже там есть все добывалки и так далее. Это немного и нечестно. Ладно, я думаю, что сейчас я еще немножко за кадром поезжу, посмотрю. Так, кремень нашли. Посмотрю какие-нибудь месторождения, чего-нибудь, и потом вам все это покажу. Так, ну что ж, всем привет снова. Вот, я еще покатался и нашел железо. Сейчас вы видите. Вот оно, у нас здесь железо. Находится здесь залежа. И вы знаете, я понял, что на озере жить это, ну, такое себе удовольствие, это будет не очень удобно. И решил, что, наверное, мы сейчас накопаем железо. Я его поставлю на нашу базу перерабатываться. И когда он переработается, мы возьмем все свои манатки, засунем их в машину и заберемся из этого озера, потому что, ну, это довольно неудобное место, такой каньон, точнее кратер по форме с очень-очень резкими берегами, и заехать сюда порой бывает очень проблематично. Так что давайте я сейчас накопаю железо, и мы поедем перерабатывать, а потом уедем отсюда вообще. Thank you.
Так, ну вот я здесь, и снова ночь наступила, я не понимаю, почему она так быстро наступает, потому что вроде еще только на прошлой серии была ночь. Сейчас в начале серии был день, сейчас опять ночь. Ладно. В общем, я сейчас уже накопал железо, оно там где-то перерабатывается. И съездил второй раз и накопал кобальта. И сейчас я увидел, что здесь упал вот такой вот маленький дроп-под. Давайте его как-нибудь перевернем и посмотрим, что в нем лежит. Как тебя вверх ногами перевернуть? Давайте посмотрим, что в нем лежит. Так, какие-то репутации. О, космокредиты. 360 космокредитов. Внешний аккумулятор. А, это новая вещь, которая добавлена с обновлением. Я понял, которая дает тебе, если у тебя есть батарейки где-то, то ты можешь подзарядиться. Это круто. Давайте посмотрим, что у нас тут. О, радужная броня. Круто. Ну и давайте мы что ли немножко все подразрубим. Надеюсь, что никто особо не обидится на нас. Я думаю, мы не будем все спиливать, спилим только вот эти вот блоки и кнопки. Так. Ну и все. Достаточно. Давайте тогда сейчас вместе доедем до нашей базы. Я понял, что сейчас, когда у меня груженный корабль, блин, почему корабль постоянно говорю так, когда у нас груженная машина, мы весим чуть больше, чем обычно, и должны ехать очень аккуратно, потому что ее очень легко просто разворачивает на этом льду. Я уже не говорю, что будет о земле обычной. Знаете, я подумал и решил, что, наверное, сейчас мы поправлю. Вот. Наверное, мы не будем, как я до этого предлагал, убираться отсюда, с этого озера, потому что здесь неудобно. Так как я посмотрел и увидел, что практически все ресурсы, которые нам сейчас нужны, то есть серебро, железо, кобальт, вроде я даже где-то видел магний, кремний, никель тоже здесь есть, они все есть на этом озере. И нам нету необходимости выезжать, и тут сразу при нас лед. Так что я думаю, что сейчас будет нормально. Это сейчас я вам расскажу, что здесь появилось. Будет нормально остаться здесь, и никто нам ничего, в принципе, не скажет. Сейчас мы включим очиститель. Так вот, рассказываю, что я здесь сделал за кадром. Во-первых, я поставил еще два ветрогенератора. Да, ветрогенератора. Чтобы у нас хватало электричества для обоих механизмов, потому что если работает очиститель, то сборщик не работает, и наоборот. И сейчас я поставил перерабатываться кобальт. Давайте как раз таки мы его возьмем, сюда положим и три недостающие вот эти компоненты и решетки сделаем. Саша, материалов кобальта у нас мало. Хорошо. Ой, не то. И доварим. Ну и доделаем трубок. Хотя они у нас уже сделаны. Я это сделал за тем, чтобы сейчас еще сделать конвейер и соединить всю нашу систему, чтобы не приходилось перекладывать одно из другого. Ну и чтобы можно было просто складировать все и не мучиться. Так, у нас на счету 10 тысяч космических кредитов и еще 361 мы нашли в дроп-поде. Также у нас есть такая прикольная машинка. Ну, давайте сейчас посмотрим, что нужно, чтобы сделать конвейер. Конвейер. Мотор, малая труба, средний компонент, вот эта пластина. Давайте сделаем. Так. Внутренняя пластина. Строительные компоненты. Не помню, сколько там нужно, так что пусть будет вот столько. Вот еще их больше. Малая труба. Ну и моторов. Сейчас они быстро сделаются.
Так, отлично, все, мы сделали все, что нужно. И сейчас берем трубу. Вот, если вам интересно, что это за мод, который позволяет вот так вот щелчком правой кнопкой мыши забирать предметы из инвентаря необходимые, он называется Easy Inventory, и он очень-очень полезен. Он не читерный, он ничего не добавляет, он только помогает вот так вот сэкономить время на том, чтобы смотреть, какие компоненты нужны и перекладывать. Так, я еще думаю, что нужно сделать батарею. Давайте посмотрим, что она делается. Батарея. Нам нужна большая батарея. Компьютер, 80 энергоячеек. И 3 строительных компонентов. Я надеюсь, что нам хватит. И что можно? Компоненты можно найти. Я надеюсь, что нам хватит всего этого, чтобы сделать 80 штук. Давайте сейчас так потыкаем. Я надеюсь, что мышку не очень сильно слышно. Кажется, хватает. Ну вот, 80 есть. Потом там еще строительных компонентов. Думаю, что хватит. И компьютеров 25. Компьютеров у нас нет. Ну и сейчас мы заодно переложим все вещи, которые лежат у нас здесь, отсюда в нашу базу. Так, никель. А, у нас все кончилось место. Мы сюда все перекидаем, и там уже игра сама разберется, что и куда нужно деть. Единственное, что мы пока что не будем забирать лед отсюда, потому что нам еще нужны. Потому что нашего собственного генератора у нас еще нету. Генератора водорода. Вот у нас там что-то собирается. Продолжает собираться. А куда? Их же было больше, мы же их 8 штук делали. Куда они все делись? Инвентарь. Один. А, да, они все переложили сюда. Ну ладно. Так что теперь мы уже не нуждаемся в производственных мощностях нашей машинки, и можно ее ставить только для каких-то путешествий. Да, я думаю, что скоро она тоже уже будет не нужна, потому что в следующей серии, либо частично в этой, или эта серия уже сейчас будет заканчиваться. Но, в общем, мы будем строить наш первый корабль, который будет летать. Мы его сделаем таким, чтобы он мог переносить руды, переносить большое количество, чтобы были мощные двигатели и так далее. И я надеюсь, что все это у нас получится. Так, производство уже недолго осталось, хотя возможно у нас уже все есть, что он что-то вложил. Так что давайте сделаем наконец эту батарею. Вот сейчас он нам говорит, что у нас недостаточно места. Да, у нас все есть, кроме этого. Кроме энергичек. Точнее, они у нас тоже есть. Только не хватает места в инвентаре, чтобы их перенести. Ну, в общем, сейчас мы уже сделаем. Все. Надо уже сделать себе инструменты получше, потому что эти очень-очень-очень медленно работают. Так, давайте посмотрим, как у нас там по электричеству. Заряд. Да, у нас заряд немножко накапливается, значит. Значит, у нас все-таки 3 пока что хватает. Это хорошо. Ладно, я думаю, что мы на этом уже будем заканчивать данную серию. Второй раз снова у нас она заканчивается в какой-то темноте. И я надеюсь, что это. Я что-то там напутал, и у нас день на самом деле идет больше. И мы на самом деле находимся не на полюсах.
где у нас солнце просто еле видно. Ну, в общем, спасибо вам за просмотр данной серии. Я постараюсь сделать так, чтобы третья серия вышла как можно скорее. Мне очень нравится снимать космических инженеров, придумывать какие-то штуки. Я надеюсь, вам тоже нравится смотреть. И спасибо, что вы уделили свое время. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем хорошего настроения и пока.